Это довольно тонал. Интересно, где же этот канал? Можно где-то его найти еще в каком-то... Сам уже испугался, выпустил голубка. Посмотри, боже, какая ты. Я хочу в Венеции. Была в Венеции, нет? Не-а. Я не была. Я была возле, но Венеции, до Венеции не доехала. Там вот эти же все, это вообще как бы там, эти каналы. Телефон звонит, я не буду сейчас. Боже, какая сказка. Наклоняем голову опять. Боже, какая красота. 2 мили будем ехать по этому мне нравится. Опять. Смотри, какая прелесть. Там лодочка стоит. The plant that's low and to my left here is called palm grass. Looks like the special effects grass that Walt Disney used in his movie Honey, I Shrunk the Kids. Боже, какая сказка. Вот это 5 лет прожить в Орландо, ни разу не проехаться по этому, по этому озеру. А ты 13 лет вообще. Боже, стыд позволить. Больше никогда не говори. Все, каждое воскресенье приходим сюда катаемся. Слушай, ну вообще красота. Слушай, надо было вот такую красоту соорудить еще, построить все. Все аккуратненько. Ну, судя по всему, это все давно просто. Ну, наверное. So, how old is this, like this, things? Oh, the, probably 30-40 years. Okay. 30-40 лет все, как все это построено. Это, я думаю, тогда это все ну, было... Флорида вообще-то вообще, наверное, самый молодой штат, да. Да, тут он только-только начал застраиваться, наверное, 100 лет назад. Ну, говорит, тут акр земли стоил $2, вот тут, на этом, на озере, там, где сейчас стоят миллионы долларов дома. 30 years ago, a storm blew this live oak tree over the canal, and the residents propped the tree up with the metal pipes there, saving the tree's life. And again, resurrection fern. А, вот, видишь, стоит металлический. 30 лет назад ураган сломал это дерево, и вот Рузвельт поставил эти вот металлические штыри, чтобы поддерживать вот это красивое дерево. Только я не поняла, какой из Рузвельтов. Это они, наверное, нас пропускают? Мы что-то не разъедемся вместе. Hi, folks. Thank you so much. Hello. You got a total of 3. Hi. Ой, машина какая шикарная, ага. Ой, боже, какое счастье, что мы живем в такой красоте. Как холодно. Зима слишком холодная в этом году. This is where they keep the long rowing crew boat, like you see in the Olympics,
the what? That's for that boats inside. It's not for the cars. It's for the boats. They're not real objects. Yeah, they are. That's where they keep the boats. Okay. The boat. Будет гораздо ярче.